Яко апостолом единым равни, и славянских стран учителей, Кирилле и Мефодия Богомудри, владыку всех молите, все языки славянские утвердите в православии и единомыслии, умерите мир и спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Священную Двоицу просветителей наших почти, Божественное Писание приложением источник Богопознания нам источивши, из него же даже до дней снеоскудно почерпающе, ублажая вас, Кирилле и Мефодие, престолу Вышнего предстоящий, и тепле молящаяся о душах наших. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправил, Слышим укрыл, живот даровал, и истинный Бог нам. Молитвами причисти Своя Матерь, и Рождества нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого святых равноапостольных, най-най-на любимейших, Мефодия и Кирилла, и уже память не совершаем. Святых и праведных, Бог Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилуйте, спасите нас, яко благи человека любит, Христос воскресе!